Брус! Колодку. Norus! Haydi! Стара я уже стала, и хочется перед смертью повидать сынка. Приезжай со мной проститься, похорони, а там и с Богом поезжай на службу. А я тебе невесту приискала, и умная, и хорошая, и имение есть. Полюбится тебе, может, женишься, и совсем останешься.
Дайте! Воды! Не растягиваться! Ну, ради Роза, хороший, Рус. Хороший. Пить дайте. А? Воды, понимаешь? Дина! Спасибо, Дина.
Айда, Хазей. Хазей, найда. Айда. Айда, Урус. Что с Геуром решил Абдул-Мурат? Себе возьму. Коня и овец там. Правильно. Не надо пленного Геура резать. Надо выкуп взять. Аббас, скажи ему. Веревка хороша, длинная, а речь короткая. Тебя взял в плен Кази Мугамед и отдал Абдул-Мураду. Теперь твой хозяин Абдул-Мурад. Хозяин велит домой письмо писать, Хорош. Чтоб за тебя выкуп дали. Как пришлют деньги, он тебя отпустит. Хорош. А много он хочет выкупа? 3000 монет. Нет, я столько заплатить не могу. А сколько ты даешь? 500 рублей. Больше не могу. Зачем бедного чигита? Я думаю, расхабли, значит, князь. Богатого. Подождите, уважаемый. Денег много. Подождите, уважаемый, я скажу. Хозяину выкупа мало. Он тебя за долг взял. 3000 меньше нельзя пустить. А не напишешь? Яму посадят. Наказывать будут плетью. Скажи ему, если он меня пугать хочет, так ни копейки не дам. Хорош, Урус. Урус, чикит. Тысячи рублей дай. Больше 500 не дам. А убьете, ничего не возьмете. На, Урус. Костылин. Боже мой, Жилин. Вот. Не послушался я вас. Скверно. Ах, как скверно. Вы уж извините меня. Так получилось. Ружье осеклось. Абдул-Мурад взял его в плен. Теперь вы оба одного хозяина. Ты все серчаешь. А товарищ твой, Смирный, он письмо написал. 5000 пришлют. Кто деньги прежде даст, того прежде отпустят. Товарищ как хочет. Он может богат, а я не богат. Как сказал, так и будет. Хотите, убивайте, а больше 500 рублей не напишу.
Вот что, скажи к ему, чтоб он нас кормил хорошо, а дело был как следует, чтоб держал вместе, нам веселей будет. И чтоб колодку снял. Одежду самую лучшую, говорит, дам. И черкеску, и сапоги хоть жениться. Кормить будут, как князей. Жить можете вместе в сарае. А колодку снять нельзя, уйдете. На ночь только снимать будут. Ну что ж, и на том мерси. Как вы крикнули, начал я ружье из чехла доставать, а они уж и мчатся на меня. Наконец достал, приложился, ружье и осеклось. Что тут делать? Припустил я лошадь, вдруг она стала. Я ее плетью, она стоит, крутится. Тут Абдулла и подскакал. Давай, давай живее! Поехали жили на дни. Солнце вон за полдень зашло, а босс только полдороги прошел. Жара, мочи нет, да и есть хочется. Поехали. А ружье-то у вас заряжено? Заряжено. Что ж, поедем. Только уговор не разъезжаться. Поехали. И не робеть. Смотреть в оба. Есть. Зачем вы на Кавказе служите, Жилин? Перешли бы в Россию, там бы и к матери ближе были. В России. Здесь я все-таки на что-то гожусь. А там последний офицер буду. Да и то сказать, двойное жалование для нашего брата, бедного человека, тоже что-нибудь значит. Надо бы выехать на гору, поглядеть. А то тут, пожалуй, выскочит из-за горы и не увидишь. Да чего там смотреть? Поехали дальше. Нет, вы подождите, я сейчас. Взгляну только. Я съездил домой. Женился. Нет, видно, не судьба. Ничего, пришлют денег, отпустят. Вот поедете.
Кто пришлет? Ваша матушка. Да где же ей столько денег взять за меня заплатить? Она тем больше жила, что я ей присылал. Да и письмо я написал. Так, чтоб не дошло. Как же нам быть-то? Бежать надо, сударь. Бежать. Так ведь убьют, если поймают. Если поймают, да. Я уйду. А вам как угодно. Видно, с убитых солдат стащили. Не бойся, хорош будет. Что он там сказал? Приятных сновидений нам желает. Могу вспомнить, но этого старика я знаю. Кушай, собачка, ты мне еще пригодишься. На-на. Убить надо! Пошел в нору! Пошел в нору, грязный пес! Убирайся! Твой хозяин ума лишился, а улу горе хочет! Убирайся! Что там у вас вышло? Да, ерунда. Старик этот. Где ж я его видел?
аул нельзя. Твоя Иван хорош, моя Абдул хорош. Во-во, кормил бы лучше, по-человечески, а то хуже собак. Лучше. Хорош. Уж день одно и то же. На ночь снимают колодки, утром одевают. Копаете, копаете. А дорогу-то ведь не знаете.
Ничего. Разузнаю. Мне денег ждать неоткуда. Мне бежать надо. Я знаю, вы меня презираете. Трусом считаете. А я не хочу, понимаете? Не хочу быть убитым кем-нибудь из этих оборванцев. Успокойтесь. Вы слишком чувствительны. Вам-то уж недолго осталось ждать. На, возьми. Как же это вы правы? Что вас туда понесло? Дорогу хотел разведать за деревней. Так идти убить могут. Зато и старика узнал. У нас он служил. Как так? Так. У него 8 сыновей было. 7 погибло. Против нас воюя. 1 остался. Но он нам передался. И старик к нам перешел. Пожил у нас. Нашел сына. Сам убил его и убежал. Боже мой. Сколько лет уж прошло. Сдал старик-то. Жалко его. Первый джигит был. Дикость какая. К вам пришли, Жилин. А, Дина. Ничего, все обошлось. Что это? Молоко, Костылин. Спасибо тебе, девочка. Хорошо? Хорошо, Иван, хорошо.
Она в вас влюблена, Жилин. О чем вы? Дитё ж малое. Я все спросить вас хотел, Костыль. А зачем вы на Кавказ пошли служить? Не за двойным же жалованием. Человек вы богатый. По легенде. Наслушался легенд про очарование сей обетованной земли. А здесь... Край сей прекрасен. И люди. Только их понять надо. А что с нами они так? Так ведь и мы пленных не жалуем. Я не понимаю, Жилин. Зачем вам бежать? Вам и здесь хорошо. Это другое. Нельзя человеку жить в плену. Ай, да ну вас. Вышли, воздухом подышали. Ну. На, вот лучше. Ешь. Самое время дорогу пойти разведать. Пока хозяина нет, а? Туда ходить нельзя. Отец не велел. Да куда же я с колодкой уйду? Я вам позову. Да я посмотрю только. Все равно нельзя. Пойдем домой. Пойдем. Ты, Господи. Ну, пойдем ты со мной. Нельзя. Отец не велел. А я тебе лук сделаю. Стрелы. Нельзя. Стрелять будем. Стрелять. Пошли. Пойдем. Ну, куда же я убегу, а? Не бойся. Пойдем. Ну, пошли. И ты посмотришь. Ну, разве же я с ней убегу? Это все ваша сторона. Хм?
А я крепость нашу видел. Верст 15 до нее. Верст 15. А дорогу-то знаете? Пустое. Главное ущелье миновать. А там лесом совсем уже близко. И что вы за человек такой неуемный? Ведь и себя, и меня погубите, а толку не выйдет. Я бежать не хочу, понимаете? И подбивать меня на то запрещаю. Слышите, запрещаю! Я, между прочим, не дворовый человек, а русский офицер. И орать на себя не позволю. Хотите, вместе милости просим? А нет, сидите, сиднем. Воля ваша. Очень уж они злые сегодня, что наши ихнего убили. Только этого нам и не хватало. Мы их убиваем, а не нас. Нынче бежать надо. Да как же бежать-то? Мы и дороги толком не знаем. Я знаю дорогу. Да и не дойдем в ночь. А нам только до лесу добраться. Там передохнуть можно. Ну что вы будете сидеть? Хорошо пришлет деньги. А могут и не дойти. Я лепешек набрал. Я ночью уйду, а вы как хотите.
Ну что ж, идете вы? Богом. Да на ты. Пошли. Помоги, Господи. Давайте. Осторожно. Ну. Давайте, давайте. Идите, сапоги проклятые, всю ночь стерли. А вы скиньте, их легче будет. Больно, камни ноги режут. Ноги заживут, а догонят хуже, убьют. Давайте руку. Как хотите, а я не дойду. Ноги не идут, не могу. Так я один уйду. Прощайте. Погодите, куда же вы? Слышите, как рогами лес ломит? Мы его боимся, он нас. Да ну вас. Прячьтесь! А? Что такое? Вставайте, пойдем. Не могу, сил моих нет. Вставайте. Ай, больно! Тихо! Услышит.
Пропали, брат. Соберет он сейчас погоню. Коли не уйдем, версты на три. Идите один. За что вам из-за меня пропадать? Вставайте, садитесь на спину, я понесу. Оставьте меня. Нет, не годится товарища бросать. Ну, пошли. Говорил, убить его надо. Не послушался Абдулла. Разбогатеть хотел. Не помоги, Аллах, убежали бы они. Убежали бы, своих привели. Иди домой. Вот и убежали. Да если б не ваш крик, вполне могли уйти. Пустое дело. Надо ждать. Вам ждать, может, и есть резон. А мне... Диночка, здравствуй. Здравствуй, девочка. Тебя
этот ваш благословенный край. Вставайте! Скорее! Вставайте! Пойдем попытаемся! В последний раз! Нет, нет. Ну пошли. Нам отсюда не выйти. Идемте. В последний раз. Да попытаемся. Не могу я, ноги у меня разбиты. Я подсажу вас. Я буду ждать. Чего ждать? Да уходите же вы! Ну так прощайте. Не поминайте лихом. Спасибо, Диночка. Снеси на место, а то хватится, прибьют тебя. Прощай, Динушка. Век тебя не забуду. Вот. Спасибо тебе. Умница. Прощай. Кто ж тебе кукол-то без меня делать будет?
Господи, спаси душу раба твоего. Господи. Помилуй, Господи. Хороший рус! Чикиту рус! Хороший рус! Чикиту рус! Хороший рус! Чики! Стой! Стой! Стой, осаживай! Братцы! Да это жилин не каша! Братцы! Батюшки! Худой-то какой, а! Господи! Садитесь, ваше благородие! Братцы. Я коня поведу! Давай, вот да, ты, вот да. Ты спать! Ну, пошла! Да, давай! Ну! Под руку затянул, да. Да. Видно, не сладко в плену-то пришлось, ваше благородие! А? Да. Да. Ну, а да. Как женитьбы-то, Жилин? Бог с ней женитьбой. Видно, судьба мне тут остаться. А верно, кто молится за вас, Жилин?